Президент Беларуси провел совещание по вопросам взаимодействия с Международным валютным фондом. Страна ведет переговоры о получении нового кредита на 3 миллиарда долларов. Позиция Александра Лукашенко: при обсуждении новой кредитной программы необходимо учитывать интересы белорусского народа. Некоторые требования кредиторов не совпадают с задачами, которые белорусский народ поставил перед властью. Речь о повышении тарифов, полной приватизации госсобственности и сдерживании роста зарплат. Президент Беларуси требует подходить взвешенно к переговорам с МВФ. Белорусский парламент провел сегодня первое заседание осенней сессии. Всего депутатам предстоит рассмотреть 26 вопросов. В центре внимания проект бюджета на следующий год. Главный финансовый документ сформирован с профицитом в 1,5 миллиарда рублей. Деньги зарезервированы для погашения внешних займов. Такой подход позволит за 5 лет избавить экономику от кредитной нагрузки. Сегодня депутаты приняли проект бюджета в первом чтении, ратифицировали конвенцию о правах инвалидов, проголосовали за присоединение Беларуси к 4 соглашениям в сфере мореплавания, приняли во втором чтении поправки в закон о ветеринарной деятельности. Беларусь и Польша развивают взаимодействие в транспортной сфере. Министры профильных ведомств подписали сегодня 2 меморандума о взаимном сотрудничестве. В центре внимания речные артерии, которые могли бы соединить Балтийское море с Черным. Развитие соответствующей инфраструктуры выгодно обеим сторонам.